Главное событие года, которого ждет республика – открытие перинатального центра. Медучреждение такого уровня в Хакасии заработает впервые. Именно поэтому Минздрав начал тесное сотрудничество с Томским областным перинатальным центром. Опыт коллег в таком начинании неоценим. За несколько дней работы в городском роддоме специалисты оценили наших врачей и действия медучреждения в целом. В данный момент, да, дети, которые требуют интенсивной реанимационной помощи в родильном доме, ну, не могут до выписки находиться, и они требуют этапа перегоспитализации, что не совсем хорошо, и не практически всегда это является стрессом для новорожденного и требует определенных технологий, да, и, ну, в любом случае точно не приносит пользу. По мнению специалистов, это, пожалуй, главная проблема роддома, которая после открытия перинатального центра исчезнет сама собой. В остальном профессионализм врачей-неонатолога Сибири порадовал. 35% от всего числа родов в республике проходят именно в Абакане, хотя в Томске перинатальный центр принимает на 15% рожениц меньше, и это не все положительные стороны. Огромный плюс вашей территории – это управляемость. На сегодняшний день, да, у вас всего одно учреждение родовспоможения в городе, да, и обеспечить взаимодействие, обеспечить централизацию женщин высокой группы риска, да, которые могут потенциально родить тяжелых детей, ну, в этом случае достаточно легко. Кроме практических занятий по родовспоможению, реанимации и респираторной терапии, в основном недоношенных детей, врачи получили курс лекций. Провел их старший ординатор международной практики. Теперь томские специалисты ждут докторов Абакана с ответным визитом. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.